Привет, друзья! Проведем такой вынужденный эксперимент и посмотрим, что из этого получится. Я 6 недель, минимум 6 недель, буду тренировать только ноги. Вверх касаться не буду совсем. Почему? Дело в том, что у меня очень серьезная травма сустава. Мне нельзя сейчас ничего поднимать, даже двигать рукой нельзя. Нужно носить бандаж. Я его, правда, не одел сегодня. Вот, поэтому такая мера. Буду тренировать только ноги. 6 недель отдохну. Посмотрим, насколько у меня уменьшится и уменьшится ли вообще верх тела. Как вообще это скажется все на общем состоянии организма, силы. Про сустав я расскажу отдельно в другом видео. Вы помните, что у меня 6 месяцев назад был частичный разрыв грудной мышцы. 3 недели назад я частично надорвал широчайшую. Оказывается, это все из-за того, что у меня очень сильно разболтан плечевой сустав. Кость не крутится в суставной сумке, как должна, а ходит как хочет, куда хочет. Нет стабильности, но радует то, что я сейчас в надежных руках мистера Брайса. Вы все, кто следит, кто в теме бодибилдинга, знает, кто это самый хороший, самый известный специалист в Америке по восстановительной медицине. Каждый уважающий себя бодибилдер бывает у него. У него действительно очень много профессионалов любых видов спорта, начиная от гольфа, баскетбола, заканчивая нами качками. Вы все видели знаменитый ролик, когда он мучает Ронни Колемана. Но это все о другом. Сейчас я буду приседать, и в основном все эти 6 недель я буду приседать. Иногда делать разгибания, сгибания ног. Естественно, будем качать голени. Возможно, мы выжмем из этой ситуации больше плюсов, чем минусов. Начнем. Время полюбить приседы. И вот так 6 недель. Увидимся.